Три недели на Черноморском побережье. Всего летом у моря отдохнут около 400 оренбургских детей. Это не только дети газовиков, но и одаренные ребята и воспитанники детских домов. Во втором потоке узнали морской воздух на вкус еще 16 подростков из Оренбургского и Переволоцкого районов. Морские каникулы пролетели быстро, родители с трепетом и волнением ждут своих детей. На море мы отправили сына, ему очень понравилось, когда он прилетел и позвонил, и первые его слова были: «Мне очень здесь нравится». Загар, счастливые улыбки, ребята признались, что на море весело, но по дому все же скучали. Однако морской отдых это не омрачило, как и легкая непогода, которой дети, похоже, были только рады. Погода была хорошая всегда, но был иногда дождь. Запомнилось, как мы с друзьями под дождем под этим бегали. Мне очень понравился аквапарк, потому что там было, больше, наверное, свободно. Нас старших отпустили одних, и мы сами там ходили и катались на горках. В Анапу съездили хорошо, хорошее море, теплое. Это вожатые писали на память. Что писали? Это дюна, детка. Автографы. Детские путевки на море для предприятия «Газпром добыча Оренбург» – старая добрая традиция. За этот год компания направила свыше 66 миллионов рублей на организацию отдыха ребят. Притом в детских здравницах за этот год побывает 6 тысяч мальчишек и девчонок. Для нашего предприятия тема детского отдыха – это не только оздоровление детей и работников предприятия «Газпром добыча Оренбург». Все наши площадки для детей, а это 7, в том числе 2 черноморских площадки, они работают для детей и города Оренбурга, области. Завтра мы отправляем очередной рейс в Анапу. 186 детей летят Боингом на 21 день. Яна Корчик, Вадим Доминов. Наше время.